А вот саратовские школьники отметили День смеха игрой в КВН. Финал городского турнира школьной лиги прошел в 12-м корпусе СГУ. За звание победителя боролись 8 команд различных муниципальных общеобразовательных учреждений города. Тема игры – готов к труду и обороне. Самыми веселыми и находчивыми в этом году стала команда «Мешок картошки», представляющая лицей гуманитарных наук. 1 апреля каждого года Комитет по образованию администрации города проводит финал игр школьной лиги КВН. Это действие у нас длится в течение всего учебного года, начиная еще осенью. Проходят игры четвертьфинала, полуфинала, проходит фестиваль команд КВН. Сегодня здесь будут на сцене принимать участие 8 команд-финалистов. Но кроме них в качестве гостей приглашены и те 28 команд, которые были участниками полуфиналов.